Совсем скоро даже в самой отдаленной глубинке можно будет получить госуслуги, застраховать жизнь и даже купить билет на самолет. О таких перспективах на брифинге СЦК заявил председатель правления АО «Казпочта» Асхат Бейсенбаев. В 2013-м фонд «Самрук-Казына» выделил более 1,5 миллиарда тенге на техническое укрепление сельских почтовых отделений. На эти деньги закупили десятки бронированных автомобилей, сейфов и 114 передвижных отделений. Кстати, всего полгода назад национальный почтовый оператор заявлял, что из-за убыточности закрывает отделения в регионах с населением менее 2000. Тогда эта новость вызвала широкий общественный резонанс, ведь почта порой единственный источник связи с внешним миром. Имея на сегодняшний день это социальное обязательство как нагрузку, мы, наверное, должны превратить это в конкурентное преимущество. Вот как раз о программах и действиях, которые мы говорили, включая все мероприятия, вплоть до того, что там найти возможность и доставлять туда товары народного потребления. Ну, с учетом всех рисков, с учетом того опыта, который был у нас, это как раз и будет попытки по насыщению услуг в сельской местности и обеспечению того уровня дохода, чтобы дальше мы могли там развиваться. Подрядным организациям. Максимум через полгода будет внедрена система мониторинга транспортных средств. Запланировано строительство почтового логистического терминала в Международном центре приграничного сотрудничества «Харгос». А жители Астаны, Алматы и Караганды смогут получать и отправлять посылки через постаматы, аналоги банкоматов.